было целое море. Я его сам выдумал и любил. И ноги были мокрые от приливов, и пальцы были все в царапинах от ракушек, и вода щипала их, как щиплет сок свежеразрезанного апельсина. У меня была девушка, которая меня не любила, но страшно обожала и берегла. Она носила красивые длинные сарафаны, а мне — абрикосы. Мы подолгу сидели на берегу моря, в городе, где никогда не было моря. Изредка танцевали. Смотритель маяка фотографировал нас и обещала дать фото, как только проявит пленку. Мое выдуманное море придумало мне китенка, всамделишного. Вырастет, уместит на себе целый город или не очень большую планету. Мы сидим на его спине. Вокруг происходит лето, вечность и брызги от вишневых косточек, когда бросаешь их в воду. Мир пульсирует светорожденным чудом, глядит все повидавшим старцем. Мы вмещаем в себе этот день и солнце, и морские волны, и песнь кита, придуманную им в день рождения мира. Выучим язык, тоже ее споем. Так мы начинаем чувствовать себя счастливым. Thank you.
дорогу, это она тебя убирает из прочих всех. Дорога — это простить себе все несделанное, каждый из неотвеченных. Это решить быть ответственным и прекрасным, услышать то, что говорит мир. Дорога — это когда ритм твоей походки тождественен ритму каждой из молитв. Ты можешь отправиться к сиятельному в своем безмолвии северу или к городам Востока, воплощенным звездочетом и мечтателем. Можешь направиться в горячо расцелованный солнцем юг или идти по пяткам за разноцветными солнечными зайцами, что выпрыгивают из витражей храмов Запада. Что ты не выберешь, придешь, конечно, к самому себе. Правда, смелее, более загоревшим, целостным, как вселенная или абрикос, под стать любимым героем книжек, с которыми вместе рос. Равным каждому из чудес. А пока дорога, путь, пусть. Thank you.
Спрашивают, что болит, а не молчать или отвечать что-то спокойно, ласковое, например, что морским барашкам соленая вода, наверное, здорово глазки щиплет. Вот они из-за этого, а еще из-за солнца, щурятся. Научи меня не забывать ключи и звонить в первую очередь маме, когда случается что-то важное, сданный экзамен или повышение, или когда цветок на балконе распустился, который рос с крохотного зернышка. Научи меня видеть в косточке дерево абрикос, то есть будущее, в песке осколки всех когда-либо упавших звезд, то есть прошлое, в людях их концентрированное волшебство, всевозможность чуда. Речь, конечно, настоящая. Спину держать ровнее, смелее просить остаться вообще, быть способной сказать: «Оставайся, пожалуйста, мне с тобой действительно хорошо». А не пожимать плечами и говорить: «Ну и что», когда за кем-то захлопываются двери. Научи меня совмещать открытость перед миром и тайну внутри себя, небесный свет и земную соль, не разбрасываться временем,
и словами. Научи приходить в срок и даже в самое горькое из времен оставаться преисполненной светом и чудесами. Мир слушает все это, улыбаясь и чуть-чуть наклонив голову. Думает забраться на крышу или же пригласить на танец. Для раздумий идеально подошла бы сигарета, но он уже вторую вечность как не курит. Мир еще немножечко подождет, а потом, конечно же, поцелует. Ходил и кругом вот себя искал,
забирался на скалы, пел в опере, чистил апельсины, целовался постел. Я учился медитациям и наукам, строил дороги и храмы, бродягой дхармы переходил границы. А потом мне такое приснилось. Я не помню ни сюжета, ни кто там был вообще в этом сне, но я проснулся и сел на кровати и почувствовал, как мое сердце пульсирует так же, как сердце планеты. Вот что мой вдох и выдох равен дыханию всего живого, и не только людей, а еще приливам, отливам, замерзанию, испарению, и восходу солнца, и его закату, и взмаху крыльев. Клянусь, я никогда до этого не чувствовал себя настолько причастным к жизни. Никогда до этого я не чувствовал настолько себя собой. И мне даже не нужно сейчас много слов, чтобы рассказать, что я знаю о жизни, о мире, о себе. Волшебство пульсирует в пальцах и между ребрами, пробирает ласковым электричеством, спокойное, теплое, естественное, как жизнь. Thank you.
Thank you.
каким-то винтовым приводом я наконец оторвал глаза от стекла под ногами. Вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы. Медицинское. Почему он привел меня сюда, а не в операционное? Почему он пощадил меня? Об этом я в тот момент даже и не подумал. Одним скачком через ступени захлопнул плотно за собой дверь и вздохнул. Так, будто с самого утра я не дышал, не билось сердце. И только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди. Двое. Один коротенький, тумбоногий, глазами на рога подкидывал пациентов, и другой, тончайший, сверкающий ножницы губы, лезвие нос. Тот самый. Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвие. Что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы губы сверкали, улыбаясь. Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа. Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб». Но душа — это очень опасно, пролепетал я. «Неизлечимо», — отрезали ножницы. Но, собственно, в чем же суть, я как-то не представляю. Видите, как бы это вам... Вы ведь математик? Да. Так вот. Плоскость, поверхность, ну, вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот видите, щурим глаза от солнца, и это синяя электрическая искра в трубке, и вон мелькнула тень Айра. Только на поверхности, только секундно. Но представьте, от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась. И уж ничто не скользит по ней, все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми. Дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром. И это внутри зеркала, внутри вас, солнце и вихрь от винта Айра. И ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете, холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это впитывает от всего след навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице, и она уже навсегда в вас. Однажды вы услышали, в тишине упала капля. И вы слышите сейчас. Да-да, именно, я схватил его за руку. Я слышал сейчас. Из крана умывальника медленно капают капли в тишину. И я знал это навсегда. Но все-таки, почему вдруг душа? Не было, не было и душ. Почему ни у кого нет, а у меня... Я еще крепче вцепился в тончайшую руку. Мне жутко было потерять спасательный круг. Почему? А почему у нас нет перьев? Нет крыльев? Одни только лопаточные кости, фундамент для крыльев. Да потому что крылья уже не нужны. Есть аэро. И крылья только мешали бы. Крылья, они чтобы летать, а нам уже им некуда. Мы прилетели, мы нашли, не так ли? Я растерянно кивнул головой, он посмотрел на меня, рассмеялся, остро, ланцетно. Тот другой услышал, тумбонога протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня. В чем дело? Как душа? Что вы говорите, душа? Черт знает что! Этак мы скоро до холеры дойдем. Я вам говорил, тончайшего на рога,
Я вам говорил, надо у всех фантазию, экстирпировать фантазию. Тут только хирургия. Только одна хирургия. Thank you.
В Атлантиде штормовое предупреждение,
В троллейбусе, на котором я добираюсь на работу, развешали валентинки, в лаборатории подтвердили существование гравитационных волн. Что касается меня, то я по-прежнему влюблен и прекрасен. Хоть и вру, конечно, про прекрасного. Недавно защищал дипломный проект «Море и волны». Знала бы ты, чего я наслушался на защите. Это непрактично, столько воды. Никаких условий для жизни ни одна из летающих наших рыб не променяет небо на этот аквариум. Слишком неустойчивая конструкция, плюс высокая зависимость от Луны. Никто из мыслящих здраво не приблизится к этой штуке и на километр. Я не лучший архитектор в мире, это точно. Но мой проект уже начали воплощать. И, похоже, людям действительно нравится. В Атлантиде сегодня штормовое предупреждение, и вокруг только и разговоров, что о шторме. Люди распахнули окна и на улице вынесли стулья наблюдать за волнами. «Чего вы ожидаете от сегодняшнего дня?» – спрашивает юная журналистка. «Надеюсь, я смогу почувствовать волну. Ученые говорят, это похоже на объятие», – отвечает цветущая девушка в желтом сарафане с волосами до самой земли. «Мы все на это надеемся», – в кадр влезает немолодой мужчина. Прыткая девочка размахивает синим куском картона, по краям которого вырезаны зубчики волн. Я по этому поводу даже сделала марентинку. Первая волна не смело целует ей волосы. Как ты проснешься,
И с тобой в это утро проснется мир. Так все, о чем ты когда-либо думал или просил, обретется лучом солнечным, дополнительным временем, чистотой планеты. Так на вопрос «Где ты?» ответишь «Сейчас и здесь». В чудесах увидишь простые вещи, волшебные в своей обычности. Ты достаточно цельный, чтобы предлагать миру разное. Апельсиновое пульсирование сердца, всебезграничность, предвкушение чуда, несколько строчек из колыбельной, ощущение жизни, открытие окна, стакан холодного сока, перенесенную в траву улитку после дождя, сосредоточенность в творении. Мир только делает вид, что он сам по себе. На деле, смотри, как аккуратно он переплетает тебе солнечные сплетения каждое утро.